И еще больше 50 школ построят в ближайшие 3 года в Алма-Атинской области. Так в регионе планируют решить вопрос трехсменки. Об этом рассказал аким области Марат Султангазиев на встрече с президентом. Глава региона также доложил Касым-Жомарту Токаеву, что в Конаеве планируют открыть филиалы ведущих вузов и колледжей. Кроме этого, в регионе построят свыше 30 медицинских объектов, в их числе многопрофильная больница в областном центре на 500 мест. Затронул аким в своем докладе и сферу туризма. Отрасль – один из основных драйверов экономики региона. Акимат, по словам Султангазиева, активно работает над привлечением туристов в национальные парки Алма-Атинской области. Также был представлен проект плана социально-экономического развития. 2 этапа – это до 2025 и до 2030 года. За счет привлечения инвестиций мы уже реализуем ряд проектов в промышленности. Это на 290 миллиардов и в аграрном секторе на 210 миллиардов. В целом приток инвестиций до 2025 года, по нашим прогнозам, увеличится в 1,5 раза.